Маленький репортаж с бабочкой-боярышницей и приручителем Максимом. Максим, ты что, приручил ее, что ли? Да. И сколько она не поддавалась тебе? Или сразу поддалась? Сразу поддалась. Ничего себе, какая добрая бабочка. А может быть то, что сейчас поздно, она хочет спать, поэтому она пригрелась на пальце и сидит. Да? Да. Не, ну смотри, так классно. Она получается это. Даже не шелохнется. Сидит такая. Скажет, какой Максим добрый. Я нашла доброго человека. Сижу, греюсь тут. Лапки, усики свои грею. Классно, Максим. Ты рад? Да. Да, такое бывает не каждый день. Особенно сейчас. На закате. Вот такой закат у нас. Красивый. Время 10:00. И бабочка. Да. Бабочка спит у тебя. Ну-ка, маленько так вот. Ну, какая красавица. Крылышки. Сомкнула крылышки. Да. Алекса скулит. Тоже хочет. Говорит, а меня что, репортаж со мной не снимаете? Ну что, и сколько ты ее так будешь держать? Ты ее потом отпустишь, что ли, просто? Да. Да, отпустишь. Я уже отпускал. Отпускал? А потом опять прилетал. Ты эту же ловил или другую? Эту же. Эту же, да? Ну, вообще классно. Смотри, я что-то это до такого не доходил, чтобы брать бабочку и держать. Мне бы, наверное, на моей руке бы не стали бы сидеть. Но надо будет попробовать. Это идея хорошая. Ладно, Макс, все. Пока? Пока. Все. Бабочку долго не мучай. Отпускай ее в травку, пускай спит. Ладно? Че, куда, на листочек ее посадишь? Ну-ка, давай, посади ее. Как она перейдет, нет? Как ты ее снимаешь? Никак. Она сама переползает? Да. Да? Не хочет, она пригрелась. Ну, ты можешь ее это просто за крылышки взять и пересадить. Давай, я ее вот поближе. Это. Держи. Нежно взять ее, хоп, и посадить. Все. Все. Она будет здесь сейчас с нами спать. О, говорит, куда мне пересадили? Ну, здесь, говорит, можно, да. Ну-ка, повыше залезу, давай-ка. Повыше маленько. Смотри, куда. Поползла на самую верхушку. К солнышку поближе. Солнышка нет уже, все, закат. Давай, спи, засыпай. Пригрейся и засыпай. А, может, она прячется, чтобы ее птички не съели. Куда-нибудь под листик хочет спрятаться, может. Да? Ползает. Бабочка. Все, все, пригрелась. Смотри, она самую верхнюю часть взяла. А нет, листочек. Нет, что-то, говорит, тут не так. Что-то, говорит, здесь мне не нравится. Пойду другую. Сейчас надо... Она, видишь, чувствует тепло. Говорит, сейчас я к тебе прилечу. Сейчас я к тебе прилечу. Я чувствую от тебя тепло. Веет, Максим. Где тепло прежнее мое? Что-то она никак не успокоится. Нет, говорит, на пальцах у Максима лучше было. Здесь что-то холодно. У нее что-то маленькое крылышко загнулось. Ой, упала что ли? Нет. И спряталась. Спускается. А, вон где. Все, она что-то ищет место, наверное.
на другой листик полезу, побольше. Побольше листик нашла. Не может залить. На что я буду залить? А не, смотри, она все расправила. Не, не расправила крылышко. Ну, потом будет летать, расправить. Ну, все, по ходу дела, она спать легла. Все. На этом видео закончилось. Все, всем пока. Пока, Макс. Все. Все, бабочка, пока. Пока.